Денчик сказал, Денчик сделал. Следил за машиной, устроил мне тут сугроб. Вот теперь сам чистит. Говори. Ага. Привет, ну привет, ну конечно. Ну что ты жопу-то ко мне? Ронь, иди сюда. Ронь, ну что ты за мной хвостом ходишь? Скучал, что ли? Пойдем купаться, пойдем. Пойдем? На Новый год надо быть всем чистым. Пойдем, пойдем. Скорее, пошли. Пошли. Вот, молодец. Вот у нас елочка какая стоит. Трехметровая. Они выглядят такой большой, да? Вот нарядим. Сейчас она еще распустится получше. Иди сюда. Хозяйничаешь. Пошли. Не часто ты в спальне бываешь-то, да? Ой, 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 соскучился. Пошли. Пошли. Ой, не знает, разорваться ему и к умным или к красивым. Роня, по мне соскучился? Да? А по папе соскучился? Да соскучился, я знаю, вижу, соскучился очень, очень соскучился. История о том, как ты путешествовал почти полтора месяца, и теперь тебе за пару дней надо успеть сделать все. По поводу косметики, которую я купила в Америке, я обязательно вам все расскажу, покажу. Не переживайте, я все помню. Просто сейчас у меня в приоритете разобрать вещи, украсить дом, приготовить новогодний стол, встретить всех родственников, а потом уже все вам покажу. А у меня, кстати, назрел к вам вопрос. Что вы делаете быстрее? Собираете чемодан или разбираете? Состояние называется «Привет, джетлаг». Не сплю с 4. И знаете, что делаю? Ем шоколадную лягушку из Гарри Поттера.